минувшие выходные в Черкесске прошла традиционная республиканская осенняя продовольственная ярмарка. Главные задачи мероприятия – поддержка сельхозтоваропроизводителей в реализации собственной продукции, дав им возможность прямого выхода к своим потребителям, а также обеспечение населения продукцией повседневного потребления по доступным ценам. Ахмат Халкечев продолжит. В этом году традиционную осеннюю ярмарку республики приурочили вековому юбилею образования Карачаева-Черкесии, чем, в принципе, и объясняется особый размах мероприятия. Торговые ряды чуть ли не на целый день заняли весь центр республиканской столицы. Они расположились прямо на проезжей части проспекта Ленина, начиная с пересечения с улицы Умара Алиева и до улицы Кавказской. Данная ярмарка завершает ярмарочный год, можно так его назвать. В этом году мы провели ряд ярмарок по всей территории Карачаево-Черкесской республики, по всем населенным пунктам, районам, по поручению главы. Мы решили эту ярмарку провести в центре города для населения, чтобы им удобно было добираться. Свою продукцию, помимо хозяйств и предприятий нашей республики, еще представили порядка 150 сельхозтоваропроизводителей практически со всех регионов Северо-Кавказского федерального округа, а также Краснодарского края и Адыгеи. Цены, как и было заявлено, ниже рыночных на 15%, а по некоторым позициям и вовсе на 20%. Качество представленных продуктов и ценовую политику ярмарки контролировали организаторы и лично руководители профильных министерств республиканского правительства. Какой самый сладкий в сорте? Самый сладкий – этот Golden Delicious. Вот он. Вот это? Да. Вот ранее на том ряду мед пробовали, не отличишь. Очень сладкий. Спасибо. Стараемся для вас. На прилавках в широком ассортименте представлены прежде всего продукты массового потребления, такие как мясо, молочка, картошка, лук, сахар и многое другое. В то же время немало и кондитерской, текстильной и садово-огородной продукции. Настроение прекрасно. Вот приехали с малышом. Сразу просит Амнон дать. Надо кормить, потому что везде все вкусно. Вот Амнон вам говорит, видите? А что-нибудь успели? Нет. А чем планируете закупаться? Овощи. Овощи на зиму. Капуста, картошка, свекла, мед, рыбы много. Яркая концертная программа с выступлениями артистов и художественных коллективов продолжала созывать гостей и жителей республиканской столицы на торжище и поддерживала праздничное настроение ярмарки. Ахмат Халкечев, Олег Мукожев, Вести Карачаево, Черкесия.